Вчера было заседание противоэпидемической комиссии, и мы приняли решение, что сегодня, так как круг контактов, он достаточно велик, и ограничить его на сегодня не представляется возможным в течение буквально нескольких часов, целесообразно ограничить движение между городами «Красный луч» и «Антрацит», и вообще транспорта, который идет сегодня из этих двух городов. С какой целью это сделано? Мы должны все сейчас силы направить на выявление контактных и на работу с контактными, и чтобы как можно меньше людей сегодня пересекало территорию этих двух городов, как можно больше ограничить их передвижение, то есть ввести сегодня строгие меры самоизоляции именно на этих двух территориях. Остановлен транспорт внутригородской. Сегодня жители этих двух городов, они могут посещать только магазины, выходить, прогуливать животных по мере необходимости. Но сегодня, пока мы не локализовали процесс и не выявили всех контактных, режим самоизоляции на этих двух территориях должен быть очень строгим.